Так, ну в награду ребятам дадим прокатиться, спросим впечатления, какие они. Вот ребята нам решили помочь. ТТР 125, питбайк. Значит, смотри, едем до помойки обратно. Ну что, давай заводи. Давай, на третий сигнал. Пушка-гонка, сразу максимум. Ну что, что-то в этом есть? Да, кайф вообще. Это смотри, он еще посажен, у него должно здесь быть 84 вольта. Ух ты ж, неплохо вообще, кайф. Мы его сейчас потом батарею качнем и еще закусимся. Можно? Конечно, мужики. Мне именно интересно вот мнение молодежи, что о нем думают. Что говоришь, газ даешь? Газ даешь, сразу максималку даешь. Ну что-то есть в этом, да? Да, да, я тоже кайф. Раньше не понимал вот это все электрического. А тут не бензин, 220 воткнул и все. Ну да. Поехали туда. Снимаем? Да. Ну все, на счет 3. Раз, два, три. Ребята, насколько электрический мопед оказался с острей бензина. То есть мы ему будем искать более серьезного конкурента. Все. Круто, понравилось. Ну, пару слов. Да, что ты думаешь об этой всей ботве? Крутая техника, то есть тихая, не шумная. Это плюс огромный. И быстро едет. Ну, то есть, вот смотри, на эту тему, не как на ваши питбайки, на которых нельзя по дорогам общего пользования ездить, на ней вы едете как на мопеде Альфа, то есть это как техника до 50 кубов. Хотели бы такой мопед? Да. Ну да, по городу покататься, да. Ну, огонь. Еще кто поедет? Да. Диман, ты поедешь? Да, Димаш, не газ сильно не давай. Ну, да, да, без сцепления. Как нас едет? Что говоришь? Получше битка, однозначно. Он валит. Да, он реально валит. У него подрыв бешеный вообще. И поменьше, наверное, мороки. Ну, спасибо, мужики. Выручили меня. Я собираю информацию на эту тему.